Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым выпуску. На Гомельщині розпочалися святочные мероприемства, примеркованные до надыходящего дня оборонцев айчины. Службы занятости означают рост колькости зворота у ситуацию на рынку працы, вывучал наш корреспондент. Гомельская милиция истории и сучасности в областном центре презентовали книгу, присвеченную 100-годию белорусской милиции. А зараз об гэтым и іншым больше подробязна. На Гомельщине распочались святочные мероприемства, примеркованные до надыходящего дня оборонцев айчины и узброенных сил Республики Беларусь. Урочистые митинги проходят для памятных мест, которые являются символом мужности и героизма наших земляков. Сегодня у Гомеля каля помника народным ополченцам собрались представники улады, громадских организаций, ветераны Великой Айчинной войны и молодь. Яны усклали вянки и кветки до мемориала. Отдали данину поваги советским воинам и мирным жыхарам, которые загинули у годы военного лихолетия. День оборонца Айчины – усенародное свято мужности, доблести и гонору. Яно увасабляет пераемность поколений и непорывную сувязь нашего героичного минулого, стабильной сучасности и мирной будущине. Дорогие ветераны, ветераны вооруженных сил, военнослужащие, личный состав гарнизона города Гомеля, Гомельского региона, все, кто служил, кто имеет непосредственно отношение к службе. Спасибо вам за то, нелегкую, но почетную службу, которую вы выполняли на благо нашего государства. С праздником! Сегодня мы чествуем всех военнослужащих, посвятивших свою жизнь ратному труду. С благодарностью вспоминаю ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий горячих точек планеты, наших земляков. От лица всей молодежи хотелось бы пожелать доброго здоровья, счастья и благополучия. С праздником, уважаемые защитники Отечества! Напередодні удзел ва ўрачыстым сходзе прыняў асабовы состав гомельскага гарнізона. Офіцеры, прапорщики, сержанты, солдаты и грамадзянскі персонал яго воинских частей. На мероприемство таксама запросили прадстаўнікоў городской улады, православной царквы, грамадских организаций, ветеранов Великой Айчынной войны и узброенных сил Республики Беларусь. По час урачыстасці отбылося узнагароджанне ветеранов войсковой службы и дзеючых супрацоўнікаў. За самаданную працу и верность присязе яны атрымалі ганаровыя падзякі, грамоты и нагрудные знаки. Завершилось мероприемство святочным концертом. А еще в этот вечер никто не скупился на слова пожаданья, бо гучали яны в адрес людей, которые что дня уносят свой уклад в обороноздольность нашей краины и стоять на варте миру и спокою своих земляков. В этот замечательный день и накануне праздника Дня защитника Отечества Вооруженных Сил решите поздравить весь личный состав Гомельского гарнизона, города Гомеля, Гомельской области с этим замечательным праздником. Пожелать здоровья, счастья, благополучия и, самое главное, мирного неба над головой. Протягиваем выпуск. Во управлении по праце, занятости и социальной обороне Гомельского гарвыканкама означается повеличение колькости зворотов громадян, которые ожидают працаўладкавацца. Специалисты связывают гэты процесс с реализацией положения декрета номер 3 об попередженні социального утрыманства. Спадзяваться на становчы выник дозволяют меры, которые зараз реализуются у центры занятости. У приватности тут зацверджаны план по перанавучанні беспрацоўных по 24 специальностях. Апрача таго, каля 150 тысяч рублей все лето будет выдаткована на оказание материальной подтримки починающим предпринимальникам. Максимости працаўладкавання у Гомеле вывучал Олег Сентюров. Сегодня колькость вакансий у Гомельском городском центре занятости прикладно отповедает колькости зарегистрированных беспрацовных. Иншая справа, что шмат кто уже стратил свои профессиональные навыки. Кожный третий беспрацовный не працует больше одного года, а у некоторых апошний запись у працовной книжцы зроблены еще у 90-х годах минулого стагоддзя. Миколай Чарнов до их лику не относится. Кажет, что все житё сумленно працевал. А теперь почало подводить здоровье. У городском центре занятости ему пропоновали пройти переподготовку по одной из 24 специальностей. Миколай выбрал профессию, якая на его погляд будет запотребованной завсёды. Работал шофером. Сейчас уже возраст 58 лет, как-никак уже. Не работаю. Но решил учиться на сантехника.
Шанс працаўладкавацца после переподрыхтовки достаточно высокий. Правда, тут шмат задержать от самого человека. Особливо, когда отрымливается подчас практики на предприятии, показать себе за лепшего боку. До того же план по перенаучанию складывался за уликом реальной ситуации на рынку працы. Если мы просмотрим заявки нанимателей, требуют вот именно людей, которые имеют образование, даже среднеспециальное, высшее в информационных технологиях, именно направление знания вот этого вот веб-сайта, их сопровождение, их администрирование. Мы пробуем также работать в данном направлении, чтобы идти в ногу со временем. А рабочая профессия, они остаются приоритетными на сегодняшний день именно потому, что основное количество заявок от нанимателей сегодня – это рабочие специальности. Особливая увага молоди в городском центре занятости кажут, что без наявности профессии працаўладкавацца вельми складана. Выправить ситуацию повинен проект «Молодежная практика», який реализуется у Гомелі. Сутность простая. Поза бюджетного фонда социальной обороны субъектом господарения выплачиваются сродки на компенсацию затрат по працаўладкаванню молодых специалистов. Еще одна магчимость не быть беспрацовным – открыть уласную справу. Для допомоги починающим предпринимальникам сёлета у городском центре занятости планируют выдатковать около 150 тысяч рублей. В прошлом году у нас около 100 безработных получили финансовую поддержку в виде субсидии на открытие собственного дела. В этом году уже 20 человек, 20 безработных получили такую субсидию. Субсидия выдается в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. На данный момент это 1981 рубль и 10 копеек. По стану на 20 лютого сбор на финансирование державных расходов в Омской области оплатили больше 5,5 тысяч человек. Еще свыше 13 тысяч вызвали на оплаты решениями податковых органов и створенных при выконкамах рабочих групп. Меж тем, значная частка гомичан трапляют у категорию утриманцев, не жадая принципово. Мать трех детей Ирина Попова працавала прибиральщицей, але недзе 2 месяца тому стратила работу. Ситуацию меркуе выправить в ближайший час. У речи быть утриманцем неяк соромно, у першую чергу перед уласными детьми. Не хотелось бы, конечно, в числе тунеядцев оказаться. Хотела бы, чтобы что-нибудь предложили. Вот пришла специально на биржу сюда труда, вот, чтобы предложили какую-нибудь, может, вакансию, вот, чтобы можно было дальше работать. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Гомельская милиция. История и сучасность. 1917-2017. Книгу, просвященную 100-годзю белорусской милиции, презентовали напередодні во управлении внутренних справ Гомельского облвыканкама. Свою работу представил автор, полковник милиции у запасе Александр Некрашевич. Для его история гомельской милиции – частка власного життя. Службу он начал 37 годов тому. Прошел шлях от милиционера патрульно-постовой службы до наместника начальника областного управления внутренних справ. Сегодня полковник милиции у запасе. Работу над книгой начал у позаминулым годе. На 364 сторонках у жанре исторического документального нарису описывая основные вехи створения, становления и развития гомельской милиции. Многие документальные звездки и фотографии, яких до речи 600 опубликованы у першиню. Уверен, что книга будет интересна не только сотрудникам органов внутренних дел, ветеранам, но и широкому кругу читающих наших граждан, а также молодежи, возможно, и предопределив выбор их дальнейшей судьбы или своей будущей профессии. Протягивается масленичный тыдень. Каждый его день имеет свою назву, традиции и правила. Сегодня так званый день ласунка, у який принято ласоваться блинами и иншими присмаками. У давнину в этот день теши частовали зятю, каб проявить до их любовь и повагу. А пошний день масленичного тыдня традиционно завершается проводинами зимы и спальванием яе пудзіла. У Гомеле гэта зробить 25 лютого на традиционных массовых пляцовках города. Забавляльную программу открыет шигуночный район на стадионе Гомсельмаш и у микрорайоне Костюковка. Там мероприемства пошнутся у 10 годин раницы. У 11 до свята долушится центральный район, где гуляния разгорнутся каля Лядовага палаца. Жыхароў Новобелецкага района чакают у зоне отпачынку пруды. А поўдня эстафету подхопить и Советский район. Своих гостей он сбярэ на пляцоўцы каля палаца культуры фестывальны. Перетягивание каната, столб и различные конкурсы с блинами, дегустации, все это сохраняется ежегодно и является таким неотъемлемым атрибутом этого праздника. Если отмечать изюминки этого года, впервые в городе пройдет сырная ярмарка в центральном районе. Интересная масло-молочная ярмарка пройдет в Советском районе.
Навошта собаку пашпарт, як дзяліць домашніх гадаванцаў пасля разводу і хто дыктуе сабачую моду? Аб гэтым мы не толькі сёння ў прамым эфіры раскажуць вядучыя госці праграмы «Добры вечар, Гомель». Глядзіце інтэрактыўны праект тэлерадыёкампаніі «Гомелю 2035» на тэлеканале «Беларусь-4». Тэлефануйце ў студыю 77-75-19. Наступны выпуск навінаў на тэлеканале «Беларусь-4» «Гомель» глядзіце ў 20 гадзін. На зараз у эфіры спартыўны агляд.